привет! Сегодня рыбный обед. Буду готовить минтая экзотично. Если вам интересно, как я буду готовить, то можете посмотреть. Возможно, вам тоже понравится такой рецепт, и вы захотите попробовать. Я купила килограмм минтая. Конечно, промыла, отрезала все плавники. Внутри все помыла. 4 штучки было рыбины, вот такого размера. Примерно одинаковые. Разрезаю. И вот вдоль. По хребту, не по хребту, как попадет. Одна часть получается с хребтом, другая без хребта. Можно просто разделать на филе, убрать все кости. Не хочу я это делать, заморачиваться. Конечно, филе лучше, без костей. Сразу вилочкой возьмете и съедите. А я просто так разрежу. В принципе, вот это, если длинная часть, можно еще вот так напополам. Смешала соль и черный перец по вкусу, сколько нужно. И теперь солю минтая. Если образуется жидкость, я солью. Теперь отставляю, пусть стоит, займемся другим делом. Берем 2 или 3 банана, ну, в зависимости от того, сколько вы захотите приготовить рыбы. Банан очистила и разрезаю вот так, на 2 половины. Если мне понадобится, у меня есть еще и 3-й банан. В сковороду наливаю подсолнечное масло немного. Разогреваю. Сейчас зашипит. И обжариваю бананы с 2 сторон до румяности. На умеренном огне. Бананы обжариваются очень быстро. Переворачиваются тоже легко. Раз и все. Ну, сломаются. Ничего страшного нету. Главное, что можете разрезать пополам вот так вот. Если неудобно такими частями. Я решила еще обжарить бананчик один вот так. Раз, два. Видите, с той стороны тоже такие румяные получаются. Видите. Обжариваем прям слегка, буквально, не знаю, минутку. Подрумянились, переворачиваем. Просто хочется сразу показать на... Все, и точно так же с обратной стороны. Видите, они... Нормальный. Может быть, сковорода такая, что может прилипнуть, не прилипнуть. В муке обвалять, обжарить. Мука прилипания не дает, но у меня вот сковорода нормальная, без муки хорошо обжаривается. Бананы готовы. Теперь помыла сковороду, налила масло, снова разогреваю. Рыбу обваливаю в муке, обжариваю с 2 сторон до золотистого цвета на умеренном огне. Подготовила продукты, теперь противень смазала подсолнечным маслом, раскладываю бананы. Ну, как-то вот так вот. Теперь беру сметану. Сметана у меня 15%, ну, где-то примерно полстакана. Чуть-чуть добавлю соли, щепоточку так, для вкуса и немножко укропа. Укроп у меня замороженный. Если нет укропа, это уже моя прихоть, мой вкус. Можно просто одну сметану. Все. Перемешаю сейчас. Ну, рыбка любит укроп, поэтому я добавляю. И теперь сверху положу на бананы сметану. Если желаете, можно много бананов сделать, чтобы полностью было закрытое дно. Ну, я думаю, что это будет достаточно, чтобы немножко был привкус. И теперь готовые кусочки рыбы складываю сюда. Сколько войдет, столько войдет. Остальные можно так съесть. Я ее жарила до готовности. Кусочки уже готовые. Их можно даже просто так есть. Я думаю, даже все войдут. Ну, тут несколько кусочков осталось. И тоже сверху покрываем сметаной. Тем временем духовка разогревается. Все. Закрыли сметаной рыбу и помещаем в разогретую духовку на 10-15 минут при 180 градусах. Все, минтай готов. 10 минут в духовке простоял. Вот так. Зашипел, зашкварчал. Будем пробовать. Захватим с бананом. Бананчик попал, не попал, не знаю. В общем, вот так. Можно как. Все равно же вы столько съедите рыбы за один раз. Вот так, вместе с бананом. Раз. Можно посыпать лучком. А на гарнир я приготовила рис с овощами.
Ну, или плов без мяса. Вот так. Завершающий итог. Мне очень понравился минтай с бананом. Вообще жареный банан очень вкусный. А в сочетании с минтаем прям такой пикантный вкус. Какая-то мягкость, сливочность. Ну, чудесно получается. Если захотите, можете приготовить и попробовать. В общем, итог хороший, мне нравится. Желаю приятного аппетита и хорошего настроения. Пока-пока!